Hi, Макс. Hi. Что ты делаешь? Riding my bike. Ты уже умеешь кататься на велосипеде? Да. Yeah. Как? А когда ты научился? Я научился. Ты же такой маленький мальчик и на двух колесах катаешься сам? Да. Yeah. И там нету экстеншн колес? Нет. Yeah. Точно? Да. Вау, Макса, ты такой уже большой пацан. У тебя уже так все здорово получается. Ну покажи теперь, как это у тебя получается. Ты смотри. Видали? Не бойся куста. Да, этот куст нас всегда пугает. Не, я проехал сейчас нормально. Ну подожди, Макса, подожди, подожди, дружок. Ну расскажи мне свои ощущения. Какие ощущения? Ну, what you feel about it? How do you feel? Тебе нравится кататься на велосипеде? Да. А что у тебя на голове это, Макса? Шлем. Шлем? А он жесткий, твердый? Да. Если головой ударишься, ничего не будет? Нет. А на локтях у тебя что и на коленках? На коленке, на локтях? Да. А на коленках у тебя что? Эти на локотники? На локотники. А, здесь у тебя на локотники, да. А велосипед? Что у тебя за велосипед такой? Мне кажется, очень интересный он у тебя, да? Да. Как он называется? Switch. У тебя же был другой велосипед, правда? Что с ним случилось? Он поломался. Как он поломался? Что с ним случилось? Когда я... Макс, а ты можешь сюда смотреть в камеру? Когда я с бабушкой на Friday с машины шел, и мы слышали бум где-то. А мы думали, это что-то как. И что это было? Велосипед. Что велосипед? Наш старый велосипед. Лопнуло колесо там? Да. А чего оно лопнуло, как ты думаешь? Солнце, потому что на Monday мы поставили, и на Monday было солнце. Ну? И что? И вот, если tires, have like stop things. Like they could burn, they could, if you have something, they could stuck, they get stuck in a hole, they could get a big hole, like... А по-русски теперь можешь сказать это? Что? Ну, то, что ты сейчас сказал по-английски. Что я? Короче, дырка получилась в колесе, да? Она лопнула, потому да. Что солнце его нагрело. Потому что вот... Можно было проще объяснить, Макс?
И что, этот велосипед, он уже тебе был маленький, да? Да. И мы кому-то сейчас подарим это Луке. И когда он тебе оказался маленьким и с проколотым колесом, тогда что? Тогда? Тогда вот этот. Этот велосипед больше? Да. И лучше? Да. Тебе он больше нравится? Да. Ну садись, езжай тогда. Сегодня 29 апреля 2010 года. Нам 6 лет, и мы запросто ездим на велосипеде на целых двух колесах. Вот такая история.